Глава Сагдийской области Раджаб Бей Ахмадзода посетил районы, пострадавшие в ходе вооруженного конфликта на границе Таджикистана и Кыргызстана. В рамках поездки председатель региона проинспектировал ход строительных и восстановительных работ, а также пообщался с жителями. Ахмадзода пообещал, что новые жилые помещения будут отстроены в течение месяца. Кроме того, он раздал пострадавшим от конфликта на границе одежду и предметы первой необходимости. Ситуация на таджикско-кыргызской границе обострилась поздно вечером 28 апреля. Конфликт развернулся на водораспределительном пункте Головной. По заявлениям Бишкека, участок относится к важным стратегическим объектам Кыргызстана. В Душанбе подчеркивают, что узел построен на таджикской территории. По информации ГКНБ Таджикистана, граждане Кыргызстана оккупировали сооружение и закидали камнями таджикистанцев при установке заранее обговоренных видеокамер. Бишкек, в свою очередь, обвинил в обострении ситуации граждан Таджикистана, которые якобы первыми обстреляли соседей из ружей. К обеду 29 апреля ситуация на границе вышла из-под контроля и переросла в перестрелку. Решить проблему удалось только к утру 3 мая. Согласно озвученным данным, жертвами стали 16 граждан и ранения получили свыше 110 жителей. С кыргызской стороны зафиксировано 36 умерших и 189 травмированных. В результате конфликта на границе в Исфаринском районе были частично и полностью разрушены 55 зданий. Согласно официальным данным, перестрелка нанесла региону ущерб в 11 миллионов саманей.